Привет, друзья! Приветствую на канале Санёк Кладоискатель. Вот вы видите у меня новую посылку. Самая большая посылка, которая ко мне приходила. Здесь в ней 6 моделей от компании FM. Это все модели, все новинки. Также каталог за 2019 год моделей, новинок интересных от компании FM. Сейчас мы приступим к распаковке, рассмотрим одну из моделей. Все остальные модели вы увидите на канале, если будете подписаны. Итак, друзья, давайте быстренько пройдемся по каталогу и рассмотрим вот эту интересную модель немецкого танка из ранних. Легкий танк вот такой вот, 1930 года, Лейхтрахтер. И приступим. Вот журнал, который по привычке, по традиции выпускает ежегодно компания ACM со всеми своими моделями, в том числе с новинками. Вот где здесь будет вставочка, 100% новинка, это новая модель. Обращайте на нее внимание, ждите ее выпуска. И, соответственно, на нашем канале вы ее увидите, как только она будет выходить в продажу. Вот в данном случае обращаю внимание на вот такой вот самолет. Гладиатор МК-1, это французский самолет, а британский, прошу прощения. Британский самолет, британский истребитель. Биплан вот такой вот. Очень интересная модель. Очень колоритная такая, очень красивая. Дальше идут новинки И-16. Ну, в принципе, И-16 у нас уже были неоднократно на канале. Это одни из их модификаций, ну и в том числе одни из стран, которые использовали данный самолет. Дальше вот здесь есть И-153. Вот такие вот новиночки тоже. Бокер, который был у нас уже не один раз также на канале. Здесь я особо останавливаться не буду, так как здесь новинок нет практически. Есть здесь вот Северная Америка, 111 Хенкель, тоже очень распространенная модель. Вот новый МиГ-25, 48 масштабе будет, БМ. И те модели, которые уже были в 48 масштабе. Дальше пошел 72 масштаб. Здесь вот в 72 масштабе будет МиГ. 25-й. Пошла техника, вооружение, фигурки. Очень много новых фигурок для диорам. Эти все модели будут у нас в обзорах. Данную модель вы видели в прошлых обзорах. Если интересно, переходите на канал, смотрите, ищите. Вот эта модель сейчас будет у нас в обзоре. Дальше вот такая вот модель броневика колесного. Вот такой вот американский или британский грузовик армейский. Вот он же такой же грузовик, немного другой модификации. Вот из новых легковых автомобилей. Старинная техника автомобили. И фигурки в большом масштабе, в 16 масштабе. Это на любителей. Также здесь есть флот представлен. Ну и дополнительные декали. Итак, ну мы не будем терять времени. Приступим к распаковке нашей модели немецкого танка 1930 года. Привычная нам уже давно всем упаковка компании ACM, качественная, глянцевая. Здесь мы видим изображение варианта окраски, описание на английском языке, ограничение 14+, каталожный номер 35-330, масштаб 1-35. Итак, приступим к его распаковке. Коробка достаточно маленькая, места занимает немного.
принципе, модель небольшая. Вот такая маленькая декаль. Листы, в принципе, больше ничего, никаких опознавательных знаков. Характерная для ICM качественная инструкция, которую очень приятно держать в руках и, в принципе, в дальнейшем ей пользоваться. Также описательная часть на русском и английском языке, используемые краски. Если интересно, нажимайте паузу, смотрите, читайте. И уже пошла непосредственно сама сборка самой модели. Такие вот 3D изображения в 3D модели. Все понятно, все ясно, какие детали куда крепятся, что куда клеится. Данная модель, я думаю, есть всем известных танках. Кто, может быть, есть, является фанатом данной модели, я думаю, данного танка, я думаю, ему такая модель очень понравится, он захочет ее собрать. Сейчас быстро откроем. Все умещается у нас вот на два крупных литника и три мелких. Также сейчас рассмотрим с вами траки. И есть здесь две небольшие стеклянные детали. Это фонари, походу, освещение. Так, давайте посмотрим, что из себя представляют виниловые траки. Достаточно они тоненькие, маленькие, но тем не менее качественно отлитые. Вот такие вот траки. Теперь приступим к самим литникам. Посмотрим, что нам приготовил производитель. Какого качества литники. Вот вы можете видеть борта. Это внутренняя часть. Верхняя плита с петлями. Вот такие вот детали, вот люки со смотровыми отверстиями. Орудие. Так. Часть башни, одна и вторая половинки. И сама ходовая часть уже. Шасси. Рессоры, катки, вот такие три одинаковых литника. Деталей достаточно немного. Сейчас посмотрим, сколько у нас деталей в комплекте. 185 пластиковых деталей. Размер модели будет 12 сантиметров, ширина 6,5 сантиметров. 4 резиновые детали также. Так, вот такая вот модель у нас будет в первом обзоре этой большой посылки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте обязательно лайки. Не пропускайте новинки от компании ICM. Будьте в курсе всех событий. До новых видео, до новых встреч. Пока.